Ай. А ты говоришь. Равняй руль. Подтолкнуть едет. Садись за руль. Да я так и понял. Садись за руль, сейчас будут тебя толкать. Паша. Оу. Давай порвем разжатки с мостами. Не выгодно. Все. Что такое? Сейчас всех объедет. Глаза берегите. Да не переживай ты. Я же говорил, тут еще одно место есть. Еще можно задними колесами заехать сюда кому-то. По очереди будем вытягивать. Одно боковое место осталось. Возле туалета. Уже все, сиди. Да все! Замешивай, Андрюха, не слушай. Да, погуще замешивай. Я говорю, тут как раз одно место было. О! Давай, копай яму еще глубже. Пусть тебя первого вытягивают. Ты ж первый засел, да? Да, такое. Я говорю, еще полместа осталось тут, одно боковое. Начало, да, еще есть тут чего. Да нет, тут сухо. Сухо, да не, нормально. Еще и на военных хвостах, на тяжке. Ты, наверное, прав, что-то индикатор не включается. Перегревается, из-за этого у меня овердрайв включается. И осталось оба сапога, он по инерции пробежал. Побежал, да? И носки остались. И носки вытянул. Такая земля. Тут тоже замес хороший. Тут только на 66-х мостах. Только танки. Только танки. Уже у вас мой проехал. Не помогает, что там ведетки. На этот, наверное, на... Как он называется? Да, хороший. На антистатик наехал. Из-за этого торможения? Так сказать, углубить надо. Да, тут нормально уже. Это уже хорошо. Там высушивает почки даже. Сейчас порвет что-то. Да газуй. Порвешь, не газуй сильно. Ух ты! Запаска. Нет, а самурай, да? Хорош, наезжаешь на это. Он первый еще. Не газуй сильно. Сядем все. Наезжаешь на стропу. На стропу наезжаешь. А ты... Эти... Ох, хлопки, блин. Я обвинею. Ой, бляха. Ну это, созвонимся. Так ты нормально заскакал, я тебе еще скажу. У тебя пока лучший результат на дальность. Дальность, если бы я хороший разгон взял. А я тебе давно говорил, разгон. Я говорил, я форточку забыл, окно забыл закрыть, меня грязью залепило, я весь грязь Да нормально, это самое, моргай чаще. Начал моргать, сразу затормозил. Проморгал ты вообще удачно. Да. Не, ну почти выехал, смотри. Сейчас, может, дернет, я еще разок попробую.
Но там самая жопа, если чуть-чуть левее, вот за лужу. А вот пацаны это говорят, что там. Не-не-не, я имею в виду здесь, в этой области. Лев... Я еще не знаю. Жопа надо было левее брать. Смотри, там, видишь, это рыба. А-а-а. Рыба. Это самое. Шлифует. Да-да-да, он начинает скакать там. Сюда, ё-ка, хлопцы. Блин, вот он нам сейчас задаст жару. Вот это ярко. Да нормально пробуем. Без тормозов, без тормозов. А теперь вперед. Без тормозов. Назад чуть-чуть и вперед давай. На полной скорости. Хорош, хорош, хорош. Чуть-чуть, чуть-чуть. Раскатает, раскатает. Проходит, проходит, проходит. Еще раз. А? Это что-то не туда пошел. Ходу, 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 ходу. Не, так он практически выехал. Давай, давай, давай. Тогда назад надо было смелее. Назад чуть смелее. А теперь ходу. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. Хорош. Не, ну зря далеко отъезжает. Ну, в принципе, красиво. Ну вот, и кто сомневался. Красиво пошел. Хорошо даже вкатил. А, так это чтобы только самурая вытянуть. Все было сделано. Он там увидел яму. Нет, тут я имею в виду. Самурая сзади нет. Ну смотри, самурай хорошо прошел, а? Не, ну не зачет, а надо в болото. Вытягивать тебя, нет? Чё так дымим? Пять тысяч оборотов надо давать, иначе ничего не будет. Бетономешалка. Счет сдан. Двигайся. Шноркель набирает. Значит, вес небольшой. Ну,
все независимые колеса. Независимые, да. Вот подъезд. Ехали дальше, тут неинтересно. Вот так вот, обломали всех. У вас что-то шипит, надо проверять. Вот туда тебе яблоко. Вот там левее, левее, давай. А ну сейчас посмотрим. Пусть начальник транспортного цеха нам покажет. Там мелко. Что, едет туда, Ваня? Я говорю. Вам прямо аромат. Выкинь это и видно. Думаю, что нет. Надо на всю длину было цеплять. А я не знаю, что они на короткий. Что они на короткий, да. Лебедки нет. Нет, тропа такая. Стропа мощная. У меня стропа такая же, я на в линию дергаю. Давай, давай! Пошел, пошел, пошел! Почти, почти, почти. Каждым заездом результат лучше. Не остановить. Можно не пытаться, да. Ну, низкий клиренс получается совсем, у него не поднята машина. Ух ты же, Тишкин пулемет. Хорошо, хоть тормоза не барабанные. Могло закончиться все. Просто тут осталось один холмик. Для туризма. Ё-моё, блин! Вот это жесть! Сейчас спереди сниму. Мощно, блин. Мега. Слишком большая нагрузка. Легче всего на бок просто перевернуто и все. Лучше домой самим ходом. А тут свой еще, задний, задний есть. Задний же еще есть. У нас этих ходов обычно по два. Сейчас как-то выйдет. Можем попробовать толкнуть чуть-чуть. Не раскачивать, а толкнуть. Назад? А Дэн там бампер проверяй. О. Заворачивается. Так в шноркель прямо закидывало это самое. Надо точно моноциклон какой-то ставить. Струя и в шноркель идет болото, так закидывает вообще. Да? Ну. Там надо проверить, кстати, будет. Потому что вот это все шулилось, еще же обороты были приличные. И там такое, как канализацию прорвало. Вроде такой сноп стоял. Так, типа, ракурс. Что дымит сильно, когда нагружается. Чуть руль ровнее. Ровнее руль. О! Подожди. Мощно. Ай да молодец. Ай да Пушкин, да? Олег, если ты не выйдешь... Набрал скорость.
на такой резине легко. Да, он... А здесь? А, так он вообще по короткой дороге. Ну. Вот тут сейчас может быть интересно. Он по траектории Вани. По краечку. Даже не квадроцикл. С крышей. Ну правильно, самое правильное. Вот на мой взгляд, это самое правильное. Все остальные были ошибочные. Но она совывается, у нее есть все шансы, это самое, потому что... Вот бомба, конечно. Чуть-чуть назад. И хорош. Метр назад. Хорош, хорош, хорош. А это запад болота или водителя? Хорош. Вот такие у нас ученики. Я не получил. Я говорю, как ехать надо выехать, у меня, говорю, не получилось. Хотя выедет, выедет. Хорош, хорош, хорош. Ну тоже вариант, но оттуда тяжело выкопаться. Знатная зверюга. Ту яму зря, конечно, назад полностью пусть едет. А что, блокировок нету? Ты чё ж ты ехал, да? Они как пара. Подожди! Рома, открой! Было. Тут из сосны, кстати, могут ветки сыпануть, если будет хорошо дергаться. Но дерево не повалит. Пошел, пошел, пошел. Это как тянуть, смотря. Надоел кто-то. Там все выехали уже. Практически, да. Кого не выехали? Человек уже пульт подсоединил правильно. Да ты успокойся. Что не туда куда-то. Сюда, сюда, сюда руль. Как-то странно. В зеркало сложил и проехал. Едет. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Сейчас интересно, проедет ли он оттуда. Чуть-чуть назад. Резать не надо. Чуть-чуть назад. Без тормозов. Хорош, хорош. Вот это зря уже. Тогда полностью надо оттуда пробовать. Но она не выскочит, наверное. Не выскочит. Там он уже подрезал, здесь уже подрезал, уже и не выйдет.
это за парень первый раз его вижу. Но только первый раз приехал. Ну, подготовлено. Это не Dragon Winch, который, блин. Нет, Dragon. Хорошо, подготовлен. Какой? 10 лет. А? 10 лет уже. А, не, ну я ж просто с нами не ездил, да? Не ездили с нами. Нет, а так на Буковой горе. Я его все. Еще чуть-чуть. Я надо. Так и понял. Не, давай размотаем. Лучше размотаться. Собаку попросили от троса. Иди. Лучше не рейд. В объект сейчас ехать. Нет. Я мог бы били, смотри, и вода уже не вытекает. Вода перестала течь, глянь. Речку остановили. Валера! Ну да. Ну сейчас поедем в песок. Ох, вот как. Блин, как кошка. Да. Сюда, сюда, Дэн, правее. Ну да. А как же тут? И крозащитка такая новенькая. Новенькая, только про это подумала. Была. Ну, придется все равно по пеньку съезжать. Ух ты, Тишкин пулемет. Тяжелый бампер. Походу не надо. Еще чуть-чуть съезжай. Нормально. Съезжай по чуть-чуть. Очень вот аккуратно, по жопой стукнешься. На пенек стал. Давай, потихонечку. Потихонечку еще подъезжай чуть-чуть. И левее попробуй вот так выскочить на вот эту вот, на тропинку, чтоб. Вот пробуй левее и газу. Давай. Все, зарылся. Стой. Попробуй назад чуть-чуть. Открой окно. Вот так поднимается у него. Реально. Дерево шатает, чтобы не сломал дерево. Не сломает. Не сломает такое на болоте. Уже не сломает. Уже проедут. Осторожно с тросом, чтобы не... Он копает левое колесо. Пощадить можно пощадить. Никуда не можем. Тонечка. Что ты ругаешься? Тонечка. Видно, рубаться. Хорошая копала. Подожди, наедешь. Она помогает сразу быстро. Давай. Блин, эти все углы на видео потом непонятно, надо какой-то угломер такой, так. Выснимай, что так потом продается же. Кажется, дождь начинается. Я говорю, как только начинаешь серьезно застревать, что-то затевается такое, сразу начинается дождь. Проваля. Надо собирать деньги на реставрацию провала. Как Остап Бендер это делал. Сюда чуть-чуть. Их. Растягивай так ее. А теперь пускай. Стой. Что же она... Нормальный ход.
Вроде сами нарисуем. Сползай потихонечку назад, так не выскочишь. Вправо руль. Вправо, вправо, свое право. Вправо еще. Вправо полностью, вот так и ровно. Еще, наверное, чуть вправо. А теперь равняй назад, скатывайся. Пускай, пускай, пусть идет. Вот так ровно назад. Чуть-чуть, раз, на тормоз. Все, пускай, пускай, пусть идет. И не крути рулем, да? Ровно выставься и ровно выезжай. Еще чуть назад. Смотри, вот так старайся заезжать. Потому что ты куда-то наискось относишь. Вот сюда, ровнее. Ух ты, блин, вот так крутится, иду сюда. Осторожно. Ё-моё. Сюда. Сейчас уже стрёмно начало. Хорошо? Ну стрёмно, так знаешь, типа может выскочить, если никого нет. Вот так, ты идёшь наверх, а кто-то идёт вниз. Как барышня, типа, поехала, это самое. Кто-то идёт вниз, она тут глаз и поехала. Давай, туда. Девочка. Можно, можно. Осторожно. Видишь, он сбросил вообще, потому что ты, конечно, цепанул сильно это самое так колесом я... в момент вылета. Ага. Оба-оба-оба! Костя! Растягивай тут! Сначала не выскакивай с первого раза, сначала растяни. Он выскочит. Просто, когда выскочишь, Костя! 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 Когда выскочишь, тормози, потому что туда, чтобы ты не перескочил. Вот когда выскочит, надо остановиться. Хорош. Еще раз растягивай. Тормози, тормози. Вот так пусти, тормози. Да не страшно, она так не кувыркнется. Блин, я ждали, 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 ждали. Я тебе звонил два раза, блин. Трубка не пролася. Ехалася. Да. Я же говорю, там гремит, наверное, не слышно ничего. Осторожно! Хорош! Стягивай, стягивай. И вот тут еще стяни вот так, типа пусти и стяни, чтобы вот здесь получился заход такой плавнее. Вот пускай, пускай. Все, хорош, а теперь просто скатывайся. Скоро получится. Да, да, хорошо, хоть сосна впереди растет. Сосной. Видишь, куда прыгать еще. Если водитель скобит. Хорош. Не, не для него. Получается, надо... Не, все, да, я понял. Надо или лопатой подкопать вот здесь, верхушку. Экскаватором, да. Не надо, не надо. Да так все не надо. Сбрасывать надо уже наверху. Стягивай колесами по чуть-чуть назад. Не, дверь закрой. Не выходи из машины. Смотри, чуть-чуть назад и тяни тормозами назад, чтобы разровнять. Тогда может выскочит через пару раз. Тяни, тяни, тяни. Еще чуть-чуть и тормозами. Тяни, еще тяни, вот так. Еще тяни, еще. Я снимаю, но оно никто не поверит, что это, скажут фотошоп. Тут по-хорошему надо вот здесь чуть-чуть откопать лопатой, тогда выскочит. Потому что очень вертикальный. Серго, я здесь не заехал. Я смотри, куда заскочил. Еще 40 ведер и золотой ключик у нас в кармане. Пару редукторов. Я тоже выскакивал на половину, но там на суток, конечно.
Не-не-не. Можно, можно. Осторожно. Только послушай, если ты будешь сюда пробовать. Хорош, хорош, так не рви, потому что лопнет редуктор. Это уже испытанный вариант. Стягивай по чуть-чуть опять. Вот так, стягивай, стягивай. Попускай, попускай. Попускай, чтобы ровно шла. Вот там не стягивай, потому что там неудобный заезд. Подожди, подожди, Костя, стой. Чтобы никто навстречу не поехал. Уже как по накатанному. В натяжку, с места. Стой, 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 стой. Все время подрезает. Так разгону мало. Хаммер разгонялся от Житомира. Рано, рано сбросил, рано сбрасываешь. Чуть больше разгон, Костя. Еще, еще. Давай, 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 во. Сейчас, 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 еще наш. Подожди, вон машина стоит. Почели. Зря, зря, зря. Охренели, ну тут скачет. Позови, позови, сотвори. Что воняет каким-то маслом от него, как сцеплением? Блин, а ты посмотри. Нет, тут все в кадр запрыгивают резко так. Ты газуешь же, человек, и не рвутся мосты никуда. Стоп, стоп, стоп! О! Блин. У них колеса поменьше, чем у тебя. И зацепят поменьше, понимаешь? У него колесо пробуксовывает, все, у тебя пробуксовывает, это шашечкой цепляет. Вторая попытка. Назад, назад. Все? И назад не хочет. Дэн, Дэн, давай вот сюда растянешь вниз. Развернись вот так сюда. И колесами стянешь, и потом заедешь и сюда. Нет. Черт. Зачем нам эти нервы? Есть кто стянет. Смотрите, чтобы там никто не поехал.
Копай, копай. Да, копай, прокопай. Кузьмич, копай. Настюша, дай. Стой, 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 стой. Она не едет. Нет, что такое? Подожди. Давай. Ему однозначно метров 30 вернуть. Да, ну это... Неспортивно. Осторожно. Все, назад. Назад, назад. Все, вы назад. Колеса висят. Что-то он не едет, да? Назад. Сейчас. Два будет. Сейчас. Да нет. Опять так. На том же месте. Больше ходу надо. Надо со второй или с третьей. Со второй. С третьей, значит, попробуй. Просто наверху это самое. Включать. Давай.